Во Владимире ко дню пожарной охраны прошли соревнования по кроссфиту. Кроссфит, конечно, не простой, а пожарный. В соревнованиях приняли участие 6 пожарно-спасательных отрядов со всей области. Участникам предстояло выполнить серию интенсивных силовых упражнений без перерыва и в полном боевом обмундировании, боевке и дыхательном аппарате. Состязание проходило 8 этапов. Надевание боевой одежды пожарного и включение в дыхательный аппарат. Махи 16-килограммовой гирей, подъем 30-килограммовой штанги, перекаты колеса, удары по колесу кувалдой. Также предстояло перенести рукава, собрать магистральную линию и перенести на спине всасывающий рукав. Особое внимание при оценивании работы пожарных уделялось аккуратности выполнения и скорости. Как итог, третье место между собой разделили пожарные из Владимира и пожарные из Коврова, второй – участник из Мурома. А первое место у помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения главного управления. По Владимирской области наградили первых 166 человек, удостоенных знаком «Почетный донор Владимирской области». Соответствующий указ подписал в Рио губернатора Александр Авдеев. Такое звание получают люди, которые безвозмездно сдали кровь более 20 раз и ее плазму не менее 30 раз. В областной станции переливания крови сообщают, в нашем регионе насчитывается 7620 доноров. В год они сдают около 11-12 тысяч литров крови и ее компонентов. Среди них и почетные доноры России. Они сдали кровь 40 раз или более 60 раз – плазму. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, если у него нет противопоказаний. В Ковровской центральной горбольнице завершился капитальный ремонт детской поликлиники. После масштабного обновления в ней появились открытая регистратура, централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приема врачей, комната для кормления грудных детей, игровая зона, крытая колясочная и, как заявляется, удобная система навигации. Помимо этого были отремонтированы кабинеты врачей, санузлы, заменены инженерные коммуникации, поставлено современное медицинское оборудование. В Рио заместителя губернатора Константин Баранов после посещения учреждение отметил, что теперь поликлиника отвечает современным требованиям, и находиться в ней стало гораздо приятнее как маленьким пациентам, так и их родителям. Владимирский планетарий отмечает круглую дату – 60 лет. Впервые его двери открылись 28 апреля 1962 года, спустя год после первого полета человека в космос, совершенного легендарным Юрием Гагариным. Сегодня планетарий – это одно из самых ярких мест города. В его стенах можно не только поближе познакомиться с космосом и звездами. Здесь проводятся более сотни лекций, в том числе по астрономии и космонавтике, биологии и экологии, географии и истории.